Вот такая у нас столовая планируется быть. Это очень, видите, очень приятно, мило. Яркие цвета, большие пространства и уют. Красивые картинки из дизайн-проекта пристройки к школе номер 20 в микрорайоне Подрезково уже через 2 месяца станут явью. Директор по строительству Владислав Собянин проводит экскурсию по объекту. Снаружи и внутри рабочие уже практически завершили строительно-монтажные работы. Закончили прокладку электросетей и сейчас устанавливают системы вентиляции. В некоторых классах уже проведена чистовая отделка. Впрочем, отделочные работы еще в самом разгаре. Их завершат в конце июля. В настоящее время здесь выполнены чиновые работы, непосредственно выполнена подготовка для отделочных работ. Да. Сейчас сделана система отопления, холодно-горячего снабжения, система вентиляции и электрика. Все кровельные работы также завершены. Новый корпус рассчитан на 450 учеников. Включает в себя учебные классы, столовую и спортивный зал. Готовность объекта 70%. Работы выполняются согласно графика, стараемся не отставать. Работаем в 2 смены, то есть непосредственно дневная и ночная. А это уже пристройка к лицею номер 21 в микрорайоне Сходня. В новые обители знаний за парты сядут 200 школьников. Пристройку объединят со старой школой благодаря переходу, который прорубит на стыке нового и старого зданий. Здесь будет прорезан проход старый из старой в новую школу, соответственно, он будет облагорожен, значит, сделана отделка. Вот дети будут ходить, то есть отсюда туда. Сейчас строители ведут отделочные работы. По словам начальника участка Ильдара Кузнецова, их готовность 70%. Закончат примерно через месяц. После этого на финишную прямую выйдет и благоустройство школьной территории. Благоустройство себе представляет малоархитектурные формы, газоны, дорожки. И окончание стройки мы 20-е, конец августа. Вот в этих пределах, там плюс-минус 10 дней, мы планируем все закончить. Обе пристройки для школьников микрорайонов Сходни и Подрезково откроют свои двери уже осенью.